Так, Энджей, я в паре кварталов. Будет нужна помощь, зови. Спасибо. Пожелай мне удачи. Так, пентхаус Нормана на последнем этаже. Но лифт заперт. Открыть его можно только из комнаты охраны. Извините, я смотрю, тут у вас многолюдно. Все в порядке? Жители попросили временно освободить помещение, пока Соболь Интернешнл проводит проверку безопасности. Он этого не переживет. Следующие выборы его доказывают. Вот комната охраны. Но охранник увидит меня, если я зайду. Жители недовольны. Возможно, я смогу завести их, чтобы отвлечь внимание. Сюда нельзя, мэм. Находясь внизу, мы каждую секунду рискуем заразиться. Только держитесь подальше от администратора. Он ужасно кашляет. Что? Они обязаны пустить нас наверх! А что ж Осборна здесь нет? Ну да, с ним такого не происходит. Мэр и его друзья являются исключением. Охрана пропустила наверх одного из его крупнейших инвесторов. Я так и знала. У него все куплено, как обычно. Забыл свой чертов ингалятор. Я слышала, что по важной причине вас могут пропустить. А что важнее здоровья? Правда? Надо поговорить с охраной. Должно сработать. Черт. Джерри, сюда, у нас тут ситуация. Господи, я задыхаюсь. Пустите меня наверх! Комната открыта. Надо незаметно проскользнуть туда. Успокойтесь, пожалуйста. Проверка Соболь Интернешнл почти закончена. Вы говорили это час назад. Да я его забыл. Где-то. Клянусь, я просто... Клянись в другом месте. Ладно, ладно, ухожу. Надутый болван. Привет. Я знаю пару агентов Соболя, мечтающих с тобой познакомиться. Сетка на уровне 90-х. Какой идиотизм. Что за черт? Контроль, я что-то слышал. Веду обход. Классная штука. Надо развернуть его. Чисто. В квадрате чисто. Что это было? Молодец. Надеюсь, в Соболе хорошая медстраховка. Пульт от лифта в комнате охраны. А рядом агент Соболя. Мэри Джейн Уотсон, супершпионка. Все, пора открыть лифт. Сработало. Норман уходит. Лифт открыт. Пора подниматься наверх. Лифт в пентхаус. Вот он. Да вот такой. Норман и Соболь. Как вовремя.
Найти бы этого инженера и пристрелить. Вот же дурацкая кнопка. Охранники Нормана нейтрализованы. Если он прячет здесь что-то, я это найду. Научные журналы со статьями о проблеме Человека-паука. Забавно, что способности Пита обсуждает целая армия ученых. Еще забавнее... МДЖ, агентов Соболя стало еще больше. Кажется, Нормана увозят, как бы меня не засекли. С этим надо что-то делать. Например, держать дистанцию, пока этого хватит. Что это такое? Чертежи прототипа боевой маски. Судя по всему, на них отмечены уязвимые места. Ух ты! Вот это маска! Она показывает, где находится дверь. Интересно, куда? Знаменитый Норман прощается с сыном. Наверное, это с прошлогодней поездки Гарри в Европу. И почему Нормана так беспокоила эта поездка? За семейным портретом есть кодовый замок. Похоже, Норман любит фильмы про шпионов. Надо найти код от этого замка.
Так, МДЖ, я в паре кварталов. Будет нужна помощь, зови. Спасибо. Пожелай мне удачи. Пентхаус Нормана на последнем этаже, но лифт заперт. Открыть его можно только из комнаты охраны. Имэр Осборн живет здесь. Вот комната охраны. Но охранник увидит меня, если я зайду. Жители недовольны. Возможно, я смогу завести их, чтобы отвлечь внимание. Сюда нельзя, мэм. Находясь внизу, мы каждую секунду рискуем заразиться. Только держитесь подальше от администратора. Он ужасно кашляет. Что? Они обязаны пустить нас наверх! Вы не имеете права так обращаться с нами! Если я заболею, мои адвокаты вас разорят. Вот лифт в пентхаус Нормана. Осталось только его открыть. Интересно, а что ж Осборна здесь нет? Ну да, с ним такого не происходит. Мэр и его друзья являются исключением. Охрана пропустила наверх одного из его крупнейших инвесторов. Я так и знала. У него все куплено, как обычно. Забыл свой чертов ингалятор. Я слышала, что по важной причине вас могут пропустить. А что важнее здоровья? Правда? Надо поговорить с охраной. Должно сработать. О, черт. Джерри, сюда, у нас тут ситуация. Господи, я задыхаюсь. Пустите меня наверх! Комната охраны открыта. Надо незаметно проскользнуть туда. Успокойтесь, пожалуйста. Проверка Соболь Интернешнл почти закончена. Вы говорили это часто? Привет. Да я его забыл. Я знаю пару агентов Соболя, мечтающих с тобой познакомиться.
работаем мы. Ладно, ладно, ухожу. Классная штука. Надо развернуть его. Молодец. Надеюсь, в Соболе хорошая медпульт от лифта в комнате охраны. А рядом агент Соболя. Мэри Джейн Уотсон, супершпионка. Все, пора открыть лифт. Сработало. Норман уходит. Лифт открыт. Пора подниматься наверх. Лифт в пентхаус. Вот он. Норман и Соболь. Как вовремя. Вот же дурацкая кнопка.
Охранники Нормана нейтрализованы. Если он прячет здесь что-то, я это найду. Внимание! Пожарные двери включены. Выполняется автоматическая самодиагностика. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Энджей, агентов Соболя стало еще больше. Кажется, Нормана увозят. Как бы меня ни засекли. С этим надо что-то делать. Например, держать дистанцию, пока этого хватит. Что это такое? Чертежи прототипа боевой маски. Судя по всему, на них отмечены уязвимые места. Ух ты! Вот эта маска! Она показывает, где находится дверь? Интересно, знаменитые Осборны. Норман прощается с сыном. Наверное, это с прошлогодней поездки Гарри в Европу. И почему Нормана так беспокоила эта поездка? За семейным портретом есть кодовый замок. Похоже, Норман любит фильмы про шпионов. Надо найти код от этого замка. Научные журналы со статьями о проблеме Человека-паука. Забавно, что способности Пита обсуждает целая армия ученых. Еще забавнее, что в этом активно участвует Норман.